живем в удивительное время, когда технологии, работающие в социуме, позволяют человеку гармонизировать все сферы своей жизни в короткое время. А можно ходить по кругу. Общество устроено таким образом, что большинство людей ходит по кругу за исполнением своих желаний, совершенно не зная, что алгоритм реализации желаемого, алгоритм счастья, находится внутри человека. Многие слышали об этом, но не знают, каким образом гармонизировать внутреннее пространство. Именно этому учит система Thor System – территория осознанного развития. Все настолько просто, что если вы внутри себя на квантовом уровне создаете определенную вибрацию, то Вселенная эту вибрацию усиливает и возвращает вам приумноженную. Каждая ваша благодарность есть импульс для оздоровления всех сфер вашей жизни. Каждая ваша претензия есть импульс для того, чтобы получить причины болезней. Мы, как энергоинформационные существа, постоянно транслируем что-то во Вселенную. И вот эта частота вибраций и возвращается нам приумноженной. Thor System учит человека, как управлять этими энергиями. Попробуйте улыбаться, чаще улыбаться. Когда вы улыбаетесь, к вам притягиваются и люди, и хорошие отношения, и деньги. Если вы хмурите брови, если вы выражаете претензии, если вы начинаете думать о прошлом в негативном ракурсе, то у вас возникают проблемы и со здоровьем, и с отношением, и с деньгами. Представляете, как все просто? Чем больше вы улыбаетесь, тем больше в вашей жизни здоровья, качественных отношений и денег. Но это только самые основные базовые ключи. Посмотрите, что такое территория осознанного развития. Начните применять эти знания особой важности, и вы увидите, как начнет изменяться ваша жизнь во всех сферах. Будьте здоровы, богаты и счастливы.